табачном дыме более 4500 ядохимикатов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобилей. За год в легких курильщика скапливается почти один стакан смолы. Курение – причина хронических болезней легких, эмфиземы, рака легкого. Курение вызывает закупорку крупных и мелких сосудов, что приводит к гангрене конечности, инфаркту миокарда и внезапной смерти. Курение приводит к слепоте вследствие разрывов кровеносных сосудов и инсульту. Курильщик не доживает по крайней мере 20 лет своей жизни. Бросить курить никогда не поздно, но обязательно нужно. Иначе смерть.